Всем ассаламу алейкум. Время 7 часов утра. Ураза байрам. Такое праздничное утро. Я начала с уборки. Все-таки праздник. Хочется, чтобы дома была чистота. Ну, первым делом я убираюсь у себя в комнате, заправляю свое место, поливаю цветок, вытираю полы. После отправляюсь на кухню, начинаю там прибираться, чистить холодильник, приводить там все в порядок. Вот. Очень хорошо все-таки устраивать такую генеральную уборку во всей квартире. Все равно приятно смотреть, когда все чисто, аккуратно и свежо. Прям смотришь и наслаждаешься. Вот у меня еще, если честно, вот если я начну убираться, то минимум 3 часа никто не должен заходить, что-то трогать, что-то вот делать, портить всю чистоту. Я должна насладиться, посмотреть потом. Можете делать, что хотите. Напоследок мы оставляем, конечно же, ванную, и полы осталось вытереть, и все. Постаралась так вкратце показать свою уборку, не стала все снимать, чтобы вас тоже не мучить. А погода на улице радует солнцем. Посмотрите, какая замечательная погода. Мы многие видели это видео, уже смотрите, сколько людей пришло на утренний праздничный намаз в Москве. Все... Смотрите. Вау, машаласи. Вот как все-таки хорошо рано просыпаться по утрам. Столько дел успела сделать. На самом деле я думала, что я не проснусь, потому что я уснула поздно, где-то в 3:30, наверное. Проснулась в 7 часов, сразу начала убираться, столько дел успела, а время только 3 часа дня. Вот, поэтому это так хорошо, действительно, вот говорят же, баракят бывает, когда рано утром встаешь. Поэтому мой вам совет, просыпайтесь по утрам пораньше. Это новый нашит Махира Зейна, безумно красивый, уже 2 дня слушаю его без остановки. Махир Зейн, знаете, мой самый любимый исполнитель, с самого детства люблю его слушать, его голос мне никогда не надоедает. Вот, это тот человек, на которого я всегда хотела быть похожей. И до сих пор надеюсь, что у меня получится когда-нибудь хотя бы один клип выпустить, такой же красивый, чтобы он также вдохновлял людей. Вот это моя мечта, цель. Надеюсь, когда-нибудь она сбудется. В шатер, скорее всего, я не пойду. Сейчас хочется немного, может быть, думаю, прогуляться, пойти. Может быть, зайти в Леонардо, купить холстов, чтобы порисовать. Давно не рисовала я, у меня сейчас как раз такое много вдохновения вроде бы появляется. Хочется порисовать, что-то поделать. Погода просто замечательная. Я все-таки решила пойти прогуляться. Посмотрю что-нибудь, может быть, просто... Ну вы просто посмотрите на эту красоту. Можно я все это заберу домой? Все эти краски, кисточки, холсты. Я когда захожу в этот магазин, не могу отсюда выйти. В общем, вот такой холст я решила купить. Такого размера, 45-50. Не особо большой. Вот, но мне нравится. Быстренько переоделась. Думаю, сегодня так и проведу свой вечер. Буду что-нибудь рисовать, попробую. Смотрите, сколько у меня красок. Это лишь малая часть из того, что у меня есть. Надо будет как-то снять отдельное видео, показать вам, где я покупаю холсты, какие краски покупаю, как рисую. Думаю, может быть, вам будет интересно. Вот. Я когда захожу в этот магазин, я говорю, вообще не могу оттуда выйти. Вот такая сладкая девочка, прям маленькая, бежит под окном. Не знаю, что нарисовать, честно сказать. Но мне хочется, знаете, чего-то такого нежно-розового нарисовать. Фон такой, типа, из роз, а сверху каллиграфию. Какую-нибудь, может быть, суру или какую-то фразу, красивую цитату. Вот. Хочу сейчас в интернете посмотреть что-нибудь. И попробовать нарисовать. Вот что-то наподобие вот такого хочется.
Где? Ну, такую картину я точно за один день не сделаю, конечно. Что-то наподобие. Все свои картины я начинаю с эскизов, карандашом, чтобы мне было легче работать с красками. Это то, что у меня уже получилось. Здесь написано Субханаллахи ва бихамдихи. Аллах превыше того, что не подобает его величию и совершенству. Хвала ему. Человек может повторять вот эти слова по 100 раз утром и вечером. Я думаю, многие знают хадис пророка Мухаммада, да благословит его Аллах, приветствует. Он назвал эти слова словами легкими для языка и тяжелыми на весах деяний. То есть это очень-очень хорошо, если вы будете повторять эти слова. Вот как-то так прошел мой день, мой праздничный вечер. Законченную работу я выложу у себя на странице в Инстаграм. Ссылка есть в описании, здесь я тоже высвечу ее. Подписывайтесь, там я делюсь своими работами. Вот. Еще раз поздравляю вас с праздником Ураза Байрам. Я думаю, у всех на душе есть чувство тоски, и многие будут скучать по Рамадану. Вот. Пусть Всевышний Аллах примет все ваши посты, все ваши и наши благие дела, которые мы делали за этот месяц. И простит нам наши грехи. Для меня этот месяц был действительно незабываемым, прекрасным. Просто столько всего хорошего произошло, альхамдулилля. Я даже не ожидала, что так будет. Вот, поэтому как-то так здесь получается. Я желаю вам всех благ. Надеюсь, что вам это видео понравилось. Берегите себя, радуйте своих близких. До новых встреч и ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.